Хай! Death Metal, Trash Metal. На моем канале главная музыка, музыка, музыка и музыка. Это играет, кстати, мой проект Angel of God, Кремация души. И заглавная песня, кстати, да, прогрессив Death Metal. Выходит на CVL Minis Records, московский лейбл. Так, сейчас мы будем делать вскрытие по ссылочке. Так, я главный патологоанатом. Вот, вверх ногами. Так, сейчас будем вскрывать. Так. Нам тут пришло много интересного, как бы, блин, расположить. Сейчас будем скрывать. Скрытие покажет, как говорится. Вот, получил посылочку. Разрезаем. Ну, скальпеля у меня нет. Извиняйте. А, хотя где-то есть. Надо будет скальпель достать. Хорошая идея. Скальпелем скрывать. Тоже вариант. Так. О, я маску сниму, она только мешает дышать. Фух. Так, бля. Коробочка запечатана чудненько, бля, как же вскрыть, а? Сучку эту. Запечатана отлично. Отправил мне Александр Азаров. Рекомендую. Ну, я так думаю, что рекомендую. Нормальный продавец. На Фростере продает. Покупает. Вот. Нормально все отправил. Все в порядке. Новая почта, конечно, блядь, отжигает по полной. Вообще. Персонал, блин, менять надо. Понаберут по объявлению всяких, которые нифига не понимают в жизни. Безответственную молодежь понаберут. О, смотрите, как запечатана коробка, видите, отлично. Коробка нормальная, все диски пупырышками. Это самое. Тут у нас он. Это моему товарищу. Вот, Slayer, блин. И Tiamat. А это мне. Когда-то у меня был такой на лицензии, я его продал. Вот снова приобрел, так сказать. Вот. Change, так сказать. И этот у меня был, тоже продал, и теперь снова приобрел. Вот. Change. А этого у меня никогда и не было, честно говоря. Ну, диски вроде в идеальном состоянии. Это все лицензионные, то есть не фирма, конечно, вот. Состояние дисков сейчас глянем. Ну, как сказал Саня, с ними все окей, вот, видите. То есть, человек сказал, человек сделал. Без обмана. О, наконец-то у меня будет этот альбом. В оригинале его покупать сейчас сложно. Достать. Вот. Альбомчик классный. Сейчас глянем Banished. Вот, Banished тоже. Ну, коробки треснут, это фигня. Это может быть новая почта. Вот, тоже диск идеальный. Соответствует описанию. Союз, группа Союз. Такой у меня и был, да. Вот. Так что, меломаны, рекомендую пользоваться, покупать аудиодиски и продавать на Фростере. Ну вот, Массакра тоже. Ну, тут три поломанные. Ну, с этим коробки то заменить можно, то не беда. Вот. Вот, все идеально с ним. С диском. Главное, что диск целый. Вот. Вот это самое главное. Вот, группа «Союз». Все окей. Сейчас Моргот гляну. Моргота у меня никогда не было. Как он хоть выглядит, а? Это ж раритет, блин, для меня. Когда-то на кассете слушал. Ну, по-моему, и пиратского не было никогда. Ну, фирму куплю себе как-нибудь. Возможно. Сейчас особо этот альбом сильно не вставляет, как раньше, конечно. Ну вот. Вот. А вот Дружбану. Monster of Rock. Тоже такой был когда-то. Продал тоже нафиг. Сейчас гоняют за фирменными или лицензионными. Ну, фирменные, в принципе, есть. Только денежку надо на них. Или по обмену, может быть. Ну, тоже идеальный. Друг будет доволен. Ну, книжка тоже идет в порядке, все. И такой у меня был Tiamat, блин, тоже. Вот. Это тоже московская, в кавычках, лицензия. Тоже Москва. Тоже такой был. Тоже такой. Тоже продал нафиг. Тоже идеально, все с ними отлично. Все, рекомендую покупать и продавать диски на Фростере. И рекомендую такого продавца, как Азаров Александр. Вот. У него ник Азаров2. Так что рекомендую, чуваки. Вот я, так сказать, получил посылку, все отлично. Жалоб нету. Всем пока. Ну а новая почта отжигает. Видите, вот пришлось вот выяснять отношения даже. Вот печать поставили, никогда такого не было. Изменяться они не захотели, побоялись. А в духе ревизоры. Да. Ну, в принципе, клиент это и есть ревизоры. Вот. Ну, всем пока-пока. Кстати, мой ник Warxul. Я также продаю диски. И покупаю, и на обмен. Я тоже есть на Фростере. У меня там есть и DVD, и мерч остался. И кассеты аудио, и DVD, и MP3. И пластинки есть, да. Все. Всем пока-пока. Желаю тебе, меломан и аудиофил, успехов, Максим Вехов. Пока-пока.